властей Донецкой Народной Республики выстроилась на въезде в этот населенный пункт. Двигаемся в Дебальцево, которое практически уже полностью зачищено, за исключением отдельных очагов. Цель нашей поездки – это налаживание работы социальной сферы, выплата пособий и доставка гуманитарной помощи. Углегорск. На улицах Углегорска появилась полиция ДНР. Этого не было как минимум с августа 2014 года. Железнодорожный вокзал Углегорска. Мародерство было небольшое. Станции повылетали стекла, но стекла вставили. Вагонный парк в порядке. В целом после Горловки начнет работать. Центральная улица Углегорска. И практически все разбиты. Здесь даже остовы бронетехники украинской, которая сожжена ополченцами Донбасса. Это центр самый Углегорска, да? Да, да, центр. И там дальше центр. Здравствуйте. Папки все окна побиты. Забили их деревьями. И сейчас темнеть, и света нет. Пришла, думаю, может быть, где керосина или масло хоть постное. А все закрыто. А магазинов нет, скажите? Ну, тут все закрыто, все магазины. Магазины все закрыты. И вот тут, а хлеб-то есть, ребята? А хлеб нам привозят иногда вот там. Ну, говорит, сегодня не было, завтра привозят. Хлеб привозят. Больше ничего. А сейчас нет ничего. Вообще-то я до 20, а я что-то сюда дошла и дальше идти не могу. Уже все, надо домой идти. Бабка 87 лет. Да. А бомбили, когда вы здесь были, да? Да где, что? В подвале? Нет, я в комнате была. А дом разбит ваш? Нет, мой стекла побиты все полностью. А у меня дом, у нас на два хозяина. А у хозяйской там всю веранду все разнесло.
а меня миновало. Господь дал. Вот такой. Вот, свет у меня. Да. И свечение, да? И свечение. Хоть что-нибудь было. Или керосин, или хотя постное масло было. Постное масло такое было, все истратили. Дебальцев взяли еще? Сейчас зачищают, да. Да? Бабушка, ну, вам хлеба дать? А? Есть у вас хлеба? Мне, правда, есть черствый хлеб. Черствый. Если мягенький, дадите. То... А вы одна живете? Нет, я внучка у меня. Терпение, только терпение. Пережили ту войну. Я участник войны, той войны. Кто же знал, что еще будет? Вот. А теперь эту еще войну надо пережить. Вот эти как бомбили, так моя спальня вот так вот поднималась. Я думала, что ну сейчас все сядет. Ну, вроде осталось на месте. А на стекла все полетели. Все. Два раза уже их ремонтировали. А на третий раз уже забили совсем. Забили и вот, все. И сидим.